Ангела ямы, кулаки как камни, отправляет нокаут слабых духом этой философии века. И печень его пониже, так что печень попадала даже широко, слишком не расставляй ее. Не расставляй ей, чтобы ее заставить ходить влево-вправо. Это вопрос чести. Это вопрос чести. Это вопрос чести. Хашима, страх сломлен. Никакой боли, без жалости. Шаг победе. Еще осталось самую малость. 2 минуты до начала боя. Вперед, Кёкушин. Покажи, кто я. Его называли великим воином, первым покровителем мира, завоевателем моря. В борьбе между добром и злом его сила стала могуществом. Дух верный восточному ветру. Раз, молодец. И планочка небольшая. Раз назад. Дух верный ветхому завету. Двумя ручками, двумя. Опа. Ближе стоим к стенке, легче получается. Леша, на взрыв. То же самое, как мы выпрыгивали на шведскую стенку. Бой самим собой. Хашимэ, он на татами, как ангела ямы. Кулаки, как камни. Отправляет нокаут его философия. Кёкушин карате. Бой самим собой. Хашимэ. В глазах пламя, под ногами татами. И шепот молитвы разбитыми устами. То затихает, то бьет там-тамом. Ты сказал мне, что хочешь быть кем-то. И я научу тебя, как быть настоящим воином.